Здравствуйте, дорогие зрители канала Фарнаксфилм. Сегодня мы приехали к одному из вас в гости. Нас пригласил на свой строящийся объект друг канала Фарнаксфилм Алексей. Алексей в этом году построил новый дом у себя на даче и планирует на зиму установить печное отопление. И в качестве основного источника тепла будет выступать котел, воздухогрейный котел, модель «Студент». Будет установлен он на вот этот подиум, который Алексей сделал самостоятельно. Стену за котлом он закрыл декоративной плиткой. Ну, единственное, что осталось здесь еще какие-то там мелкие штрихи навести. А так, в принципе, уже все практически готово к тому, чтобы установить котел, установить дымоход, вывести его через потолочное перекрытие, через крышу и на кровле установить мастер-флэш и, собственно, приступить к протопке помещения. Ровно через год, в 2023 году, в августе 2023 года, мы будем праздновать день рождения вот этого котла. Представляете, уже почти 20 лет производится. За все это время выпущено колоссальное количество единиц этой продукции. Появились десятки бутаклонов. И за все это время эта модель не потеряла своей актуальности и до сих пор востребована на печном рынке. Сегодня мы вновь работаем с хорошо знакомой вам бригадой монтажников во главе с Евгением. Друзья, ну вот это тот самый редкий случай, когда еще на этапе строительства хозяин дома позаботился о том, чтобы максимально упростить задачу монтажникам, ну и себе, естественно, сделать монтаж чуть дешевле, и разметил все необходимые отверстия, вот даже оставил здесь место для того, чтобы смонтировать проходной узел. И наверху, хоть потолок уже и зашит, но есть разметка там, где проходят балки. И сделано все максимально удобно для того, чтобы вообще без проблем смонтировать сегодня печь. Евгений, ну без доработок тоже не обходится, да? Да, сейчас будем немножечко расширять, убирать. Слегка сместим в сторону. Что ты будешь смещать? Вот эта балка расположена относительно стены с выходом сюда. Угу. То есть, учитывая центр, нам надо сместить ее ближе к стене. Угу. Так, ну это по сути это и не балка, да, вовсе? То есть, ничего несущего на ней нет. Это просто короб, изготовленный из сороковки. Так, у нас что тут? Декоративный фланец, да? Да. Мы заполнили его базальтовым картоном. Сейчас примеряем, да? Сразу прикручиваем. Ага, даже так? Да, все вымерено у нас. Ну, вот такой небольшой каркасик сделали, потому что еще потолок будет подшивать здесь. Поэтому здесь чуть-чуть приспустили. Натяжной потолок. Даже так. У зрителей наверняка возник вопрос о том, почему потолочка смещена влево относительно вот этой декоративной стены. Но я думаю, что многие уже догадались, потому что печь будет стоять боком к стене и лицом дверцей ко входу. Вот такое вот решение. Сегодня у нас версия монтажа Light, поэтому у нас есть размеченные места, где проходят балки на втором этаже, точнее кровли, и есть пара отводов, которые позволят обойти все это дело и сделать красивый дымоход. Вот так. Евгений, расскажи хоть работу, что мы сейчас сделали и что будем делать вот в ближайший час? Ну, мы немножечко изменили габариты короба, сместили его ближе к стене, потому что изначально он ставился по центру. Мы решили сдвинуть его из-за того, что будет натяжной потолок, угу, чтобы не делать прокладку багетную с обратной стороны, угу, да, к примыканию к плитке. Соответственно, сейчас будем делать термоизоляционный короб между первым и вторым этажом.
устанавливать печку, выходить дымоходом на второй этаж, и здесь уже будем примеряться через отводы, искать межстропильное пространство и делать короб на втором этаже. Так, короб мы сейчас будем делать из Rockwell Firebuds, я так понимаю. Да. Вот, классика. Да, все по стандарту, несколько слоев Rockwell и внутренний короб из изола, который заполнится в дальнейшем ватой тип. Фольгой делаем к трубе, ну, да, чтобы немножко... Экранирование тепла. Угу. Жень, почему сразу не сделать короб из суперизола, а потом уже набивать его и ватой, и вот этими матами? Это экономит материал. Угу. Просто лист изола теми же самыми габаритами будет в разы дороже. То есть... Рокол будет, если находиться слишком близко к трубе, у него клей здесь будет прогорать. Угу. Поэтому мы делаем его снаружи, во-первых, для отсечения всех вот неровностей, то есть уплотнения поверхностей. И набираем с помощью его объем. Угу. Но... А в дальнейшем уже делаем более маленькие коробки уже из изола. Короб делаем маленький специально для того, чтобы там плотнее сидела минвата, которую заполняете это пространство. Нет, межэтажное пространство особо жестко не заполняется. То есть в данном случае здесь шумоизоляция только нужна. То есть угу. термоизоляция не нужна. То есть потоки там, холодного воздуха не будут проходить между первым и вторым этажом. Не, я про то, что... А, ну да, все, я понял, почему ты говоришь. То есть это если бы у нас шло выход на крышу, либо через стену, то мы бы плотнее делали бы набивку для того, чтобы у нас даже при каких-то там температурных изменениях не было щелей и... собственно, не поддувало. Абсолютно верно. Ну, примерно. Кстати, хорошо, что шибер наверху поставили, он греться не будет от печки, когда она будет в интенсивном режиме работать. Евгений, у нас дымоход вышел практически вровень с полом. Расскажи, как мы будем выходить из ситуации? Мы на первом этаже добавим полметровый одностенный элемент дымохода, что компенсирует нам недостаток высоты по сэндвичу. Так как сэндвич должен находиться у нас в перекрытии обязательно и 100%, не иметь стыков в соединениях. Слушай, но сейчас можно даже продолжить работы, можно дальше собирать сэндвич, а потом всю эту конструкцию приподнять и спокойненько нарастить полуметровой трубой. То есть работы не нужно останавливать для того, чтобы все это сделать, потом добавить. Все верно, именно так мы и будем поступать. Сейчас сделаем конструкцию более жесткой, для того, чтобы нам было более удобно размечаться правильно, ровно и аккуратно. А в дальнейшем это все уберется и заполнится ватой тип. Так, и у нас интересная тут конфигурация получается. Сейчас у нас пойдет метр, потом отвод, потом коротыш, еще один отвод и выйдем через кровлю еще один метр. Да. Мы будем регулировать по высоте, чтобы у нас в этом соединении не осталось хомутов, а они вышли, поднялись выше в получердачное помещение. То есть здесь будем высоты подгонять таким же образом, чтобы нигде не обмануться. В общем, интересная работа предстоит. Нам нужно приподнять над полом выходящий участок дымохода минимум на 19 сантиметров и сделать это таким образом, чтобы верхняя часть сэндвича, которая здесь тоже у нас будет проходить через кровлю, также находилась на виду.
такая знакомая конфигурация. То есть ты не хочешь метр сначала поставить, а потом... Мне сейчас метр даст... Я понял. Лишнее хождение не нужно. Ага. То есть для того, чтобы отвеситься, достаточно зафиксировать ее вот здесь. Больше у нее никуда не сместится в процессе. Угу. Что, Евгений, с чем мы столкнулись? Пока с обычной обрешеткой. Ничего не весь. Я так понимаю, приступаешь к своей любимой части. Выпиливать обрешетку? Да. Самая веселая часть. Самая ответственная. Евгений, куда нам столько заготовок из суперизола? Красотный узел второго этажа. Угу. Самый это ответственный. Еще не все. Еще не все. Это только основа каркаса. Еще будет два элемента. Один для увеличения изоляции в том месте, где у нас не получилось выйти по центру. Второй для стропилы, которая мешала нам. Пойдем монтировать. Жень, это еще один способ, да? Наверное, более удобный для монтажа. Можно этот короб собрать на земле и его уже целиком замонтировать в проходной угол. Да, можно делать и так, только в каких-то случаях удобно его сделать разборный, каких-то разборный готовый. Поднимай. Чуть-чуть еще. Ставь. Такую. Все, мог посудить. Дождались элемента. И работа пошла с новыми силами. Времянку удаляем. И сейчас будем заполнять минватой, да? Да. Здесь для шумоизоляции. Так, ну не забудь, что хомуты здесь пока поставить не надо. Друзья, начинается самый ответственный этап – высотные работы. Евгений находится практически на коньке дома и сейчас будет вырезать отверстие для выхода дымохода. Чуть не забыли красоту эту надеть, да? Вот так вот схитрили, надели фланец, а вату будем набивать со стороны крыши. Что, Евгений, удалось попасть под конек? Нет, немножко не хватило. Ну ничего страшного. Не критично. Угу.
сначала установили, потом нашли центр, немножко подмяли, сверху зафиксировали саморезами, да? Да. И потихонечку так вот на данной кровле мы так в разбросы будем туда-сюда ходить. Когда ровнее получится. И резинка не дает 100% уплотнения вот этой вот ровности. Немножко все-таки отъезжает в сторонке время от времени. Ну, уже не так эстетически страшно смотрится. На самом деле идеальное место для выхода дымохода, я считаю. Прям. Да. Ну, вот ему бы еще сантиметров на 20, на 15 бы хотя бы еще вверх, и он бы зашел бы под конец. Жень, сверху вылез герметик, да? Да. Вот этот слой используется как грунт. Не, ну оно, если оно торгов, которые заходят, размазываем, проходим, проверяем полости, воздушные кармашки, которые появляются, когда герметик выступает наружу. Ого, Евгений, а зачем мы сюда юбочку эту монтируем? Эта юбочка предотвращает разрыв флеша весной при сходе снега и дает дополнительную защиту гидроизоляции в пластиковом, вот в резиновом моменте. Угу. То есть лишней не будет? Нет. Не так дорого она стоит. А протечку, либо замену мастер-флеша будет стоить в разы дороже. Алексей, вы в предвкушении уже, да, находитесь? Первые протопки в своем новом доме. Скажите, а почему ТМФ студент выбрали? Читал много. Ваши посты смотрел. Ага. Но я смотрел про эту протечку. Бурьян. Бурьян, да. Ага. Но это более такая поприличнее выглядит. Угу. Хотя можно было и бурьян, угу, купить. Алексей, в каком магазине покупали? На Немировича. Угу. Фанаксе. Дорогие друзья, монтаж подошел к концу. Была установлена отопительная печь, модель «Студент», вместе с комплектом дымохода УМК. Сейчас мы затопим печь в первый раз. Мы еще ее не топили, на улице ее не стали протапливать, потому что в доме еще нет чистовой отделки. Решили сэкономить время. Монтаж получился довольно простой, но все равно я уверен, что вы для себя, дорогие зрители канала Farnax Fume, почерпнули что-то новое. Если у вас остались вопросы по монтажу печей, по монтажу дымохода, обязательно пишите в комментариях. Готовы вам предоставить личную консультацию. Если придете к нам в магазины Farnax, вместе подберем с вами правильный отопительный прибор и надежный дымоход. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Теплых вам вечеров. До свидания.